Последний луноход на нашем спутнике, китайский Юйту миссии Чанъе-3, завершил свою работу. Он прилунился в конце 2013 года и должен был проработать всего 3 месяца, а вместо этого отпахал почти 3 года. За срок своей службы он проехал 114 метров и провел радарное исследование недр Луны. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Наткнешься на что-нибудь интересненькое, скидывай ненавистный котелок. Спутник Юпитера Ио, оказывается, испытывает планетарную катастрофу каждые 42 часа. Планетологи обнаружили, что Юпитер имеет мощное влияние на атмосферу своего спутника. Атмосфера Ио замораживается, и это происходит во время каждого оборота Ио вокруг газового гиганта. Тонкая атмосфера Ио состоит преимущественно из газообразной двуокиси серы, производимой извержением вулканов. Спутник является самым вулканически активным из всех небесных тел, известных науке на данный момент. Полный круг вокруг Юпитера Ио делает за 42 часа. Юпитер очень далеко от Солнца, и ясное дело, в той части системы холодно. Температура на Ио примерно минус 150 по Цельсию. Но в течение 2 часов каждого оборота спутник попадает в тень гиганта. В это время температура падает примерно на 20 градусов, и двуокись серы переходит в твердое состояние, оседая инеем на поверхности. Пока Юпитер не пропускает лучи Солнца к Ио, на нем замерзает около 80% атмосферы. А когда спутник выходит из тени, он снова прогревается, двуокись серы становится газообразной и все нормализуется. Ну, выходит, что каждые 42 часа на Ио промерзает и падает атмосфера. Ну, жизнь, какой мы ее знаем, там точно невозможно. А в Англии, близ деревни Тиндагель в графстве Корнуолл, нашли замок короля Артура. Ну, то есть нет, конечно, но это находки, ближайшие к местам из легенд. Вождь бритов якобы обитал как раз в тех краях. Британские археологи обнаружили фрагменты замка, который стоял в 6 веке нашей эры, что также совпадает со временем, в которое якобы правил король Артур. Помимо фрагментов замка, археологам удалось раскопать осколки керамической и стеклянной посуды для вина и масла, а еще тарелки и стаканы. А в то время это говорило об отношении проживающих в замке к элите общества. Всего в ходе раскопок нашли 150 осколков керамики на данный момент. Что касается замка, археологи нашли стены толщиной в метр и фрагменты полов и ступеней. Один из участков, на котором нашли следы сооружений, занимает площадь в 44 квадратных метра. Ученые предполагают, что найденный дворец мог бы быть частью крупного комплекса, занимавшего большую часть мыса Тиндагель. Никаких железных подтверждений существования короля Артура, конечно, не нашли. Их и не может быть. Но на данный момент эти находки являются самыми убедительными из обнаруженных свидетельств о том, что, может, он и был на самом деле. Но археологические находки — это всегда интересно в любом случае. Ну и последняя история. Как вы, вероятно, знаете, в Турции сейчас очень неспокойно, по множеству причин. Одна из них — недавняя попытка военного переворота, после которой начались суды, расследования и вообще принято множество жестких и радикальных мер. Под подозрением многие жители страны. И вот один из местных каналов снимал сюжет о возможной причастности к перевороту местных студентов. В их общежитии был проведен обыск, и в его рамках у них изъяли кучу вещей для расследования. Одну из таких вещей, исписанный от руки лист бумаги, журналистка приводила в пример как шифры мятежников. Но если посмотреть на этот лист поближе, то мы видим, что его заголовок GTA 4. Дальше по списку идут слова «жизнь», «броня», «танк», «оружие», «деньги» и за ними перечень цифр и букв. И как вы уже догадались, это не шифры. И доказательство связи студента с пучистами – это чит-коды к игре. Можно только надеяться, что это станет известно, и ребят не будут наказывать за читерство в игруле. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и Инстаграм, и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на podzhi.nenovosti.ru. Спасибо вам. Пока! Не только в Японии любят экранизировать мангу. Потоковый сервис Netflix тоже это провернет с Death Note. И ждать экранизацию стоит уже в следующем году. И еще известно, что Уильям Дефо будет озвучивать, которым скрывается или не скрывается буква. А если буква скрывается, значит роль ключевая. И роли у нас есть такие.